Опасную находку обнаружили дайверы в морской акватории в районе детского санатория «Бемлюк» и сообщили о ней в правоохранительные органы. Сегодня специалисты по обезвреживанию Черноморской военно-морской базы из Новороссийска выехали к месту и уничтожили мину. Территория от пансионата «Кристалл» до санатория «Голубые ели» была оцеплена полицейскими и казаками. На месте находились сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Операция по обезвреживанию боеприпаса прошла успешно. Было сообщение на службы, которые обследуют эти предметы. Подтвердилось, что это предположительно якорная мина большого калибра времен Великой Отечественной войны.